холодненькой водычки попить. Так, ну что, идем на понтифика. Делать, в принципе, больше нечего. А, ну да, я хочу, наверное, сначала понтифика. Так, как думаете, какой урон надо против него взять? Электрический, наверное. Вряд ли у него есть резист к электричеству. Золотая смола? 3 штуки всего? Ну и, возможно, вот это тоже взять. Так, а, ну нам все равно надо... Надо скупить... Ashen One. Сначала попробуем... Так как у нас много взрывной, попробуем сначала со взрывной. Так, все, я готов. Я прокачан. Уголь есть. Ну, понтифик. Ну, let's go. Так, немножко сердечко стучит. Постукивает. Ну, погнали. К счастью для нас, здесь есть прекрасный короткий путь. Мне очень нравится. Ой-ой. Всем привет. Ну, погнали. Ну... Бля. Бля. Страшно, вырубай. Так, я немного нервничаю. Уже другое. Бля, ничего не вижу. Не надо, дядя! Суп! Блин. Ну, сука. Ой, блин, понтификал Иван. Так, ну он жесткий. И что-то, мне кажется, нифига не работает эта штука. Взрывная. Что-то взрывная нифига не работает. Be sure. Ладно, сначала немножко поуворачиваться. Ой, не туда. Немного поуворачиваться, а то я вообще не помню его паттерн. Да, и что-то я какой-то это... О. Впереди лжец. Да и я сам что-то какой-то это... Сонный. Ой-ой. Блядь, что я сделал? What the fuck?
Я только смог его в прошлый раз на полном чиле пройти. До я его проходил с большим мечом. Да, будет тяжко. Угу. Ладно, надо поворачиваться, все. Сейчас идем тренировать. Ну, ради интереса, конечно, мы вот так поставим. Но я не настолько лютый. Ладно, пока попробуем просто. Не паримся. Давай, нацелься на него. Оу! 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 Я какой-то медленный, или мне кажется? Сейчас, допустим, снимем. Да не, вроде такой же. Просто звук другой. Так, ладно, надо просто вспоминать, как кувыркаться. Тук-тук-тук. Ах ты гад. Блин, пришло блок. Сук! Бля, стой! Бля, умоляю! Так, ну ладно, уже чуть-чуть дальше продвинулись. Начинаю видеть. Я вижу. Картузская сабля. Сабля картузских мечников. Начинаем реагировать на его атаки. Наверное, лучше обычной атакой бить его, так потыкивать. Ну, let's go. Бля, это сложно. Сука, ваншот? Ну типа. Ой, бля, позор.
Ну, слабый, слабый. О. Ладно, я затраиваю идеально. Теперь уже челлендж. Хочется вот именно так, без прокачки. Чисто вот в этом сете его. Мне надо просто нормально понять, как уворачиваться. Короче, все его атаки увидеть. Потренить босса. Уроды. Нормально потренить боссом. Ну вот он, да, он вот первый такой прям босс-босс. До этого все остальные такие ложки. Давай. Ну что ты мне сделаешь? Бля. А, ну надо, кстати, как раз засечь, сколько я его травить буду. Фу. Но это хорошо. Это хорошо, потому что я до этого все, что я тут пробегал, мне даже было немножко скучно. Наконец-то босс раш. Ну то я сейчас, я думаю, трая в 10, и я его убью. Ну там, если все повезет. Сейчас я должен до него, у него до второй стадии уже дойти. Блин. Бля, вот это я не люблю. Бля, ну уже хочется немножко геймпад кинуть так вот в стенку. Чуть-чуть. Есть такое. Бля, надо расслабиться. Ух. Все. Вот, пользуйтесь. Называется режим chill mod. Тут главное расслабиться, вообще не думать. Я его, по-моему, в прошлый раз точно так же прошел. Расслабленный. В удобной позе. Фух, бля. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Бля, как тупо вот тут вот до него бежать, я уже ненавижу это. Куда ты отходишь? Пиздец. Сука, это твоя вот хуйня. А, почему я ничего не вижу? Вау. Не, ну Миядзаки, ну хорош. Позаботился обо мне, чтобы я не видел, как меня насилуют. Ну молодец, ну батька, ну спасибо. Лучший. Просто лучший. Уйди, бля. Ну что это?
Минус фласка. Да ёпта. Ура! Ой, бля, я забыл. Ты чё, честно, бля? Сука! Фу, бля. Ну я уже близок. Я хотел уголь схавать. Думал, он дольше полетает. Это было близко. Ой, ну Миядзаки, бля. Мне ж все трясет. Ну нормально, нормально. Уже чувствую его. Чувствую. What the fuck? Чувствую твою слабость, Миядзаки. Ну, может, надо кольца другие поставить. Так, только не делай этого, брат. Сука! Я был сбоку него! Как? Да бля. Ну тут нечестно было. Соглашусь. Я был сбоку него. То есть он меня не проткнул. Я даже не знаю, с чем это. Как это? Это... Как это? Как это можно сделать? По ощущению, вот представьте, чел берет иголку, ставит между между, ну, короче, в ноготь. Ебашит об стену это. А дэмэдж тебе прилетает. Это что за говно? Вот, вот. Уйди, бля. Пытка номер 5. Я не боюсь тебя. Да сук! Блять, тыкнул в меня. Блять, трясусь еще. Немножко адреналинчик есть такой. Ну, понтифик, блядь. Колыван. Ну, капец, меня трясет прям. Фух. Адреналин. Так, может быть, посмотрим какие-нибудь другие кольца. Снижает вес снаряжения, это не надо. Вот, вместо этого что можно сделать на дэмидж? Ловкость повышает. Го.
Немного повышенная ловкость, это нам дает. При перекатах, я не знаю, это против мобов вообще работает как-то. Это нам дает, даст какое-нибудь преимущество. Бля. Бля. Воу! Бля. Пантидуар! Спаси, понтифик, бля! Все, бывай, баратка. Фух. О боже, наконец-то 28к. Вика. О, хо-хо. Я потом сделаю нарезку всех моих босс-траев. Ну, отдельно, типа, чисто боссов. Плюс 0. О. Костер зажжен. Назад. Ах, лево. О, бля. Так, где-то тут вот эта штука. Ого. Конечно, удачи, да. From Software. Конечно, я дам убежать. У меня уже один убежал. И то он у меня просто за стенку провалился. Возможно, он там где-то еще жив. Один-одинешенько. Ух. Ну, понтифик. Это все, да? Да, ну тут наверх еще можно. О, бля. Осторожно, темный дух. Ах, страх. Бич. Так, а сколько у нас? А.
осколков. Укрепите до 2, там, по-моему, 6 надо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. По-моему, надо... По-моему, можно наточенным его сделать. Блин, не помню. Так, а я активировал, да, костер? Оу, буи. Так, у нас... Ну, я дальше не пойду. Дальше я хотел сходить в это, в катакомбы. Там можно вниз спуститься и побить еще одного босса. Оказывается. Большая тяжелая стрела души. Так, у понтифика, наверное, его мечи можно взять. Так, укрепить. А, мне теперь нужен обломок титанита. Короче, еще более большой кусок. Вот это можно сделать. На, ну деньги тратить сейчас на него не хочу. Проби, be careful. Крыс! If it wasn't for that pick, but in the end, take a good look. Так, что же у тебя появилось? Вот эти расходники непонятные, которые, ну, хз, типа... Это разовый эстус за 8 тысяч. Хз. Ого! Ого! Вот это not bad. Так, что по оружию? Ничего интересного. Тут тоже ничего интересного. Ну, стрелы, кстати. И болты норм темка. Окей, пойдет. Goodbye. Goodbye. Может сразу отдать этим еще книжки их. О, этим мне впадло заниматься. Тем более, это надо перепрокачиваться. Укрепить пламя пироманта и передать флиант. У него еще и предметы есть. Do not be gone for long. Просто так, расслабься. Мне не надо ничего взамен. Так. Все. А у бабки я все дал. Тут у нее не появилось. Ничего интересного не появилось. Две штуки таких я уже всрал. Печально. Так, у меня есть... О, найс. Вот эти души надо бы продать. И сразу прокачаться. Так, понтифика Колывана. Ashen One. Еще. Ну, глянем, что дает. Сейчас в катакомбы пойду с этим. Так, где он? Вот он. Понтифик Колыван. Угу. Меч правосудия или меч скверны? А, то есть я не могу... Один в правую, другую в левую. И бегать с этими огромными мечами. Ми. Оскверненное пламя. Временно призывается оскверненное пламя. Рывок вперед и сильная атака окутывает клинок огнем. Понял. Терминальный меч, который понтифик Селиван держал в левой руке, воплощает правосудие луны. Но магия, которой он пропитан, не лунная. Это скорее чары.
Темно-синий клинок куда более темный, чем сама темная луна. Значит, осуждающая поза. Обычная атака высвобождает темную магию в колющем выпаде, а размящистая сильная атака выпускает волну света. То есть можно ренджой побить. Ну, оставим, ладно. Пусть папа капа будет. Так, там мы уже все сделали. Осталось прокачаться и пойти в катакомбы. Так. Ну что, там хотя бы два уровня будет? Yes. Так, точно хипе. Точно силу. Farewell, Ashen One. 5000. Ничего не могу потратить на 5000. Так, Аэстуса у меня нет никакого, да, сколько? Ну, 5000, вот. Ashen One, бещу. Так, я хочу сейчас, значит, что? Вот с этим побегать. А, подожди, надо было глянуть, могу ли я это прокачать. Я точно могу там скупить у крыса камни оставшиеся и докачать меч фарона. Сейчас побегаем с ним. Этому надо силы 28. Ну все, качаем силу. Чё? Чё? Так, все, хочу чисто вот с этим побегать. Так, это можно снять. Это тоже. Ну и все, я 66. Ой, даже нормальный кувырок. Так, еще раз. Это у нас есть парирование. Наконец-то можем поизучать парирование. Это у нас такой рывок АУЕ. Обычная атака АУЕ. Удар сверху. После кувырка обычный удар. У нас колющий. А сильный. Угу, такой с размахом. Так, а если здесь нажмем? Ага, парирование. О, парирование. После кувырка он парирует, а потом еще и бьет. А если мы сделаем вот так, 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 так. Ну, ничего интересного. Раз, два, три. О, это можно продлить. Нифига. Ща, типа, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ага, это такое комбо. Имба. Так, и последнее, что у нас получается. Вот мы такие бам. Блин, а как? Это с рывка. А, вот, с прыжке. С прыжочка так получается. Угу. Вот, хочу с прыжка бить. Это значит, надо рывок и сильную атаку. Окей, let's go. Так, нам надо в катакомбы. Сюда. Вот сюда. Ну, короче, отправляемся вниз в катакомб. Там нас ждет боссос. Ну, какой-то лох, типа. Такой лошочек. Такой микролох. Wanna be sure. You wanna be sure. Wanna be sure. Ладно, нам надо... Оказывается, оказывается. Мы можем вот тут спуститься. Я бы не догадался, честно. Блин, я вот не помню. Мне почему-то казалось, что я спускался ниже. А, видимо, нет. Потому что тут вот есть, типа, опциональный босс. Но я его ни разу не бил. Вот. Идем душиться дальше. У нас есть вот такой чел. Но это, типа, не босс даже. Здорово, здорово, здорово.
А, да, там проход. Ой, ты кто такой? Блин. Ой, он меня убил. Так, видимо, против боссов мы все-таки будем юзать. Против боссов будем юзать. Ну ладно, не, надо еще раз попробовать. Надо вот эту атаку просто использовать. Так-то он несложный был, видно сразу. Сразу видно лох. Угольную смолу не могу юзать. Почему? На этот меч? You wanna be sure. А он внизу чел какой-то. О. Ну, верим. Ну, кстати, выглядит нормально. Продумано. Ого. Ого. Бля. Сук. Да бля, стой. Да. Ну, придется ультовать, придется ультовать. Кольцо с молодым драконом. Так, пока неудобно. Придется так бегать, пробежать его. Та-ти-та-ту-ту-ту. Что впереди отсутствует? Голова. Моя голова. Ах. Так, как думаете, огонь подействует? Мне кажется, нет. Огненный демон. Это скелеты. Бля, ну на кого ты наводишься? Да стой! Вонючая камера. Спасибо. Добил. Ты вонючая камера. И
You wanna be... А вот в Lies of P она есть? Lies of P есть камера такая? Мне интересно. Там я буду так страдать, как здесь. Второй раз сегодня, за второй раз за сегодня я умираю из-за камеры. Не из-за скилла, а камеры. Уйди, зачем ты на него зафиксировался? Я не понимаю. Все, развлекайтесь. Да не меня! Вот ты. Ну наконец-то. Ахаха, наконец-то. Так, это куда-то до... куда-то дальше вниз. Подожди, я там наверху еще не все чекнул. Боже, это что, мимик? Время пришло, мимикрия. Блять, еще и мимик тут. Так, ну против него я все-таки юзну эту штуку. О, черный клинок? Чё за? А у него есть какие-нибудь приколы? Коротко, когда, который пользовался мечник, особый гость Верховного Повелителя Вальнира. Сверкающий черный клинок толще и короче, чем у обычной катаны. Тот мечник владел чрезвычайно редкой техникой боя. Ее следы можно увидеть в сильной атаке этого оружия. Удерживайте. Займите стойку, чтобы выполнить обычную атаку, выпад с рубящим ударом или парирование сильной атакой. А. Прикольно. Щелбан. А это парирование. Ну, типа хз. Блин, ну она такая же, как и у Тигатана. Типа, чем она отличается от у Тигатаны? Ну, чем она от у Тигатаны отличается? Та же самая у Тигатаны. Разваливаются. А, тоже так умеешь? Ну хз. Ну хз. О, да.
сделал себе ностальгический ран. С этими уродами. О, мне не хватает на нее выносливости. А, у которых светятся... У кого светятся глаза, они в два раза встают, да? А ты откуда высрался, бля? Пиздос. Оп-оп. Вот светятся глаза, они в два раза встают. Ну ладно. Не, ну катаны я чуть не хочу. Катаны что-то такое себе. Так, могут быть ловушки. О, костер. О, бля. Чел. Наверху ничего. Повязка на глаза, кольцо ведьмы. Ну, ведьму уже чувствую, какая-то хрень. Где оно? Останавливает ОЗ при успешных атаках, усиливает атаку, пока она продолжается. Где кольцо ведьмы? Вот оно. Значительную силу пиромансию. Ну, такое. Усиливает пиромантию. Хиромантию. Впереди ты. Это я? Тупое. Что, нам сразу здесь следующего босса дадут? Ой. Тлеющее озеро. Ёбаный. А я тут не был реально. Вот там вижу босс. Да, я тут не был. Ой. Или был, подожди. О! Ого! А как тут лутать-то? Пипец. Ого. Так, там вижу боссы. Блять! Это можно убить? Тут, мне кажется, нельзя. О май гад! А как с этим сражаться? Ого. Окей, что-то новое. Ну, гадич. Так, тут у нас босс. Неожиданно. Так, кто из них босс? А, понял. Такой же, да? Ой!
он творит? Магию? Упс. Упс. Ну найс. Так, ну, релизе. Победить старого короля демонов. Даже ачивку получил. Найс. Чё? Меня больше пугает этот червь, бля. Впереди требуется язык. А, это жопка? Жопка друга короля демонов. Окей. Отлично. Так, и что, нам даже тут ничего не дадут? Ну, рели лох. Че, рели лох. Так. Все, реально. Ничего не дают. Так, ну, у меня в списке остался только Олдрик. О, не Олдрик. Ну, Олдрика я тоже сегодня могу вынести. Олдрика я выносил. Пам-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Это мне надо как-то пробежать через эту катапульту. Бля, как червя убить? Наверное, просто затыкать. Welcome home, Ашилан. Так, надо еще найти, куда мне кольцо вставить. Кольцо вставить. Ба. Блин, на единичку. Потом 19. Останется 14. 5000 надо. Подожди. Точно ловкость. У меня вроде там... Есть вот какая-то из душ. Блин, на 3000 она... Ну давай. Что еще могу продать? Щиты. Поднять щиты. Ashen One. Ashen One. Сколько мне не хватает? 2000. Так, ну есть у меня один прикол. Есть у меня одна фарм-машина. Утешительные слезы. Но я хочу еще разочек вкачать силу, чтобы приблизиться к большому мечу. Так, можно здесь попробовать вот это. Блин, еще ж парирование есть. Самое плохое, что непонятно, что можно парировать. Ну да, если взять какой-нибудь там тот же Lies of P, ты понимаешь, красная атака прям 100% парируется. И ты вот в этот момент типа должен ее парировать. А тут... Чё парировать? Чё парируется? Чё не парируется? Какая атака парируется? Какая не парируется? Девятнадцать тысяч.
Выглядит люто. Бля, выглядит люто. Так, ну нам осталось... Что-то не туда пошел. Нам осталось только это. Вот это тлеющее озеро. Что-то с этим с жуком сделать огромным, червем. Выключить катапульту. Ну и там, я не знаю, тупик дальше или не тупик. Ну, по идее, у нас внизу Йорм. Туда наверх Олдрик. Все. Других путей нет. Щит-колесо. Фу. Так, говорит... Welcome home, Ocean One. Все, 20. Останется 8 уровней. И можно будет с большим бегать. Very well, Ocean One. Так, а я прокачать вот этот не могу. Блин, 3 надо еще. 3. У этого продается 3. У него как раз 3 продается. 16 тысяч. Так, ну за червя можно и соточку дать. За червя соточку дадут. Все, кайфуем. А, ну мегаласт. Посмотрим, что там за душу демона можно взять. У меня тем более ХДВ. Так, у нас есть душа... Душа демона. Необходимые предметы душа демона. Кулак демона. Душа старого короля демонов. И прах ложа хаоса. Ну, это, короче, если на пиромантии играть. Ну, когда-нибудь я уже, наверное, следующий, типа, следующее прохождение можно сделать каким-то интересным в этом плане. В общем, очень надеюсь еще, что сохранится сохранение. Я не буду перепроходить. Просто отправимся дальше на NG+. Так, где у нас там этот... Старый король демонов. Сейчас будем думать, что делать с этой балдой. You wanna be sure. Если вообще можно отсюда катапульту отключить. Давай, появляйся. Воу! Ёп! Пиздос. Бежал. И ну может он слабый. Да стой. Да стой. Так, ну я у него за спиной. Видимо, я его сейчас могу заобузить. Потому что в эту сторону особо не бьет. Да ёпт. Вот с кем он сражается?
Ну давай, вылупляйся сюда. Упс. Упс, 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 упс. О, я его почти вынес. Изябус. Ой. Так, не спешим. Остался один удар. О, я его убил. Горячий осколок кости, громовой кол. Чё, за него что-то дали? Так, снижает вес снаряжения, усиливает физическую атаку. Ну, вроде можно пока без этого походить. Так, осталась только проблема с катапультой. Ничего себе прострел! Так, заряжает. Щит. Нормально. Ну капец. Я же, бля, не видим. Бля, крабачелы. Боюсь. Может, хватит? Ну ладно. Бля, я не знаю, как драться с крабами. Стус. Не, пока не вынесу эту штуку. Да ёпта. С крабами драться не буду. Так, вон там он есть какой-то проход. О! Нет! Я куда-то упал. Бля, я еще не все сделал. Привет. Кто ты? Я ты сильный. Бля. Еще хуже, солнце призвал. Ой, солнце живо. Фух. Ну, гнида. Специально у него тут, значит. Фу, пирог меня кинул. О. Плюс мораль. Книга о пиромантии. Так это был их
пироманский чел. Пироманский друг. Так. О, костер! Ничего себе. Так, и получается... Ой-ой-ой. Ну, можно и бахнуть. Угу, вот он. Их пироманский друг. Я тебя кувырками добью. 900. Ну, нормально. С этими, со скимитарами я бы, наверное, вообще на изи вынес бы. О. Что за хахахатический самоцвет? Так, ладно, катапульты мы там видели, проход наверх, еще и у катапульты там где-то у подножия ее можно было что-то сделать. Пойдем тогда пока вниз. Или это нас в тюрьму спустят? Вопросики. Так, давай туда. Бля, ёбаные развилки. Боже, такая имба. Какой же он лютый, этот меч. О, привет. Спасибо. Рыли сильный. Меч черного рыцаря. Пойдет. Чё меня так сыпят этими осколками? Люто сыпят. Так, что у нас там? Еще один огненный хрен. Боже, вот это, конечно, душно. Немного. Бля, наведись ты не на него. Минус один. Логично будет, да, убрать. Все, умирай. Умирай, кругляш. Че, здесь ничего нет? Есть. Наверху. О, бля. А-а-а! Не ваншот же?
У, два осколка, кстати, есть. Кто по мне стреляет? Почему я слышу звуки выстрела? Я вас понял. Еще костер. Фу. Да, вот эти катакомбы, блин, там все обойти. Я точно один проход какой-то пропустил. Вот бы это сразу катапульте нас вынесло. Так. Нет. Было близко, но нет. Вообще в другую сторону. Так, ну попробуем вернуться. Челы тут слабые. Можно ускорить процесс, сделать вот так, наверное. Сыпят и сыпят. Чё, кто где еще? Так, здесь только вниз. Так, ну, чуть-чуть процесс ускорился. Чуть-чуть процесс ускорился. Ну, меч фараона имба, честно, честно. Прям очень вкусный. Прям выносится им все славно. Боже, а я там был? По-моему, я тут не был. Крыса. Тут что-то есть. Чувствую... О! Чувствую себя аннигилятором. Всё. Капец, огромная лока. Впереди иллюзия. Где? Тут? Еще? Ого! Бля. Так, тут все.
Интересным. Интересным. Время пришло, смелость. Короче, вперед. Чё? Короче, впереди жесткое избиение. Тут? Впереди это невыносимо. Подожди, я тут не был. Понял. Пиздец, спасибо. Ну ты душный. Так, а теперь вспомнить, как туда идти. Так, это мы возвращаемся сюда. Же это я сюда шел. Кротокрысы. О! Ага. Успел среагировать. Бля, лава. Я вот почему не помню лаву, потому что я здесь не был. Против этого чела драться нам. О! Он уже тут. Бля. А можно его как-нибудь забайтить на лягух? А, тут и так можно пройти, понятно. Ну и чё, где он? Давай так поговорим. Его нельзя забайтить? Вот он. Ого! Стой!
Бля. Я его почти убил. Так. Оказывается, когда ты встаешь в стойку, ты не восприимчив к урону. Вау, как я должен был об этом узнать. Так, ну, тратить на нем парирование я не хочу. Спасибо. Пиздец. Ладно, сейчас вынесем. Еще я бы уголь юзнул просто так. Потому что он мне чуть не снес ваншотом. Все хипе. Так, где мои души? Вот они. Впереди. Это невыносимо. Да убей его, лягуха. Ой. Не меня! Почему ты челик этого не гасишь? А я могу так его побить? Не. А если так? Да. Не падла. Вот опять. Ты черт. Но я благодаря нему знаю теперь об этой механике, что когда ты становишься вот в эту резкую стойку, когда у тебя гигантский меч, ты типа можешь херачить. Все, сейчас мне просто не вестись больше на эту хрень. Когда он в защитной стойке. Ну, чел, я устал до тебя идти. Еще и так далеко души там теперь остались, бля. Не, ну я точно вот только этим мечом его смогу вынести. Скимитары против него херня. Ау.
Надо было на него наткнуться. Чё, бля? Ага. Умри. Гад. Гигантский дымный меч, щит из черного железа. Кольцо убийцы рыцарей. Чё за колечко, интересно? Враги тратят больше выносливости при блоке атак. Прикольно. Для PvP, наверное, норм тема. Так, ну мы сюда не пойдем, да? Ведь мы же не крэзи. А тут что, по сути, вот два прикола. Воу! Ноу! Ноу, гад, плиз, ноу. Я вообще не знаю, как здесь жить. Вон наверху этот хрен еще. Когда-нибудь придем. Ну лава, да, трэш. Впереди. Это невыносимо. Так. Че, насколько вон тот чел сильный? Ого. 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 Там куда-то наверх можно выйти. Куда я иду? Вот чего я сейчас добьюсь? У меня вопрос. Потому что я не знаю там ни одного босса здесь. Точнее, там, здесь. Типа... Да ёпта. Тут еще какой-то проходик. А, ну это... Ладно, я понял. Там лавовая дырка. Кстати, бля. Там, блин, лестница наверх. Но нам и назад придется вернуться, чтобы добежать до катапульты. Очень надеюсь, что вот мы сейчас идем к катапульте ее вырубать. Ой, как надеюсь. Но я тут не все приколы собрал. Так, ну, наверное, все-таки скеметары. Тысяча 700. Вкусно. О. Ну, можно по приколу, типа, спрыгнуть, собрать и сдохнуть, но... Что-то... Ладно, не прикольно. Так, ну здесь прям попахивает, что здесь может быть наверху катапульта. Но это все равно мы еще не все катакомбы обошли. Я там точно пропустил какой-то... Поворота 2. Поворот
Это два. Все не туда. Тук-тук-тук-тук. Все, камеру вырубай. Да, это стоп просто катапульта. Акапулька. О, так. Сюда, значит, можно как-то упасть. Ну. О. Лук драконьего всадника. Луки. Лукет хорошо. Опциональненько, так скажем. Близ катапульта. Так, ну мы идем к ней, да, стопроц. Так, здесь у нас ничего интересного. Ох, ёпта. Ох, ёп. Косточка возвращения, хорошо. Я иду вырубать тебя. Так, привет. Но этих я не боюсь. Червя убил, да. А я его забузил как-то. У меня получилось, что я за его за спину залетел ему. Я его вынес на изи. Ну, наконец-то, вонючая катапульта. Я и Панцифика вынес. Бля! Отвлекся, Руслан, из-за тебя. Все. Возвращай деньги. Вот сколько у меня душ было, столько в донате надо. Капец, я тут задушился этим... С этим челиком, с огромным мечом и щитом. Ну, конечно, выглядело прикольно. Все, выключаю катапульту эту вонючую. А как, кстати, вот вопрос. Как лутать лавы, фигню всякую вот эту? Заклинания или какие-то шмотки должны быть? Как лутать эту хуйню? А червя, оказывается, вообще изи убить. Он бьет только спереди себя. А если ты уже сзади находишься, то он тебе, типа, ничего и не сделает. Ты ему там просто в спину тыкаешь и все. Так, отстань от меня. Я тебя боюсь. Ух. Но мне по списку остался только Йорм. И все. На сегодня. Но оказывается, тут огромная лока. В принципе, еще остался Олдрик, танцовщица. Вот тут лава. Вот тут лава. Где дерешься с челиком, у которого щит и огромный меч. Вот это. Тут лава есть. Так, если что. Так, надо этих по очереди всех выносить, а то они будут напрягать меня. Они слабые. Драконоборец Лотрик?
Да, вот это меч фараона, это просто имбище. Так, давайте только по одному, плиз. Ой-ой! Блядь, бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля! Так, сначала душ забрать. Боже, какой вот этот меч офигенный. Он же двуручный склад, в смысле? Какой этот? Ты чё, угораешь? Как я тебе его возьму в две руки? Ты вот второе оружие берешь, он берет этот клинок. У него есть парирование. Его нельзя в две руки взять. Так, что у нас здесь? Осторожно, палец. Не надо тогда пальцы сувать. Ой, потом можно там пропрыгать будет и спуститься вниз. Слава гиганту. Не сдавайся, гигант. Это... За душу у этих. Бля, ну челиков, ты костры и тушишь, и дерешься, который, у которого две стадии. Это его клинок. Ты, короче, вот у тебя тут парирование. Здесь вот такая, короче, комбуха имбища просто лютая. Обычная атака. И типа удар сверху. И оно все станлочит, и тут не надо супер много силы иметь. Если большой меч... Все. Если большой меч, там, по-моему, нужно 28, то этому нужно, по-моему, 18. И ты можешь уже с ним бегать. Короче, меч им пища лютая. И парирование есть. Ну, конечно, я особо им не пользуюсь. Потому что... Хз, непонятно, что надо парировать. Так. Как он умер? А как он умер? Это все. Так, ну на всякий случай мы еще выпьем. Так, здесь у меня остались карбачелы, но я с ними особо-то драться не хочу. Может, если один только выскочит на меня. Один на один будете? Один на один драться будете? Так, и что, здесь больше нет ничего? Реально, я все подобрал. О, какая-то пещера. Фига я глазастый. О. Бам-бам. Ой, что? О, это где мы сейчас пройдем, где под мостом. Там нас тоже какой-то чел ждет. Алло, ну попади по нему. Ну это баги-баги. Комп слабый, лагает. Извините.
Да. Да. О. О, обломок титанита. Впереди печаль. Так, там у нас ждет какой-то чел. Ну, я думаю, я его вынесу. Это невыносимо. Ты этого не заслуживаешь. Будь у меня женщина. Гораций молчаливый. А, это этот чел. А, ну похуй на него. Похуй на Горация. Вот бы он весь свой сет дал бы еще. Вот смотри, как изи выносятся просто все. Ща. Оно его станлочит. Бам, первый удар, бам. Бам-бам-бим-бим. Щит левель... Все? Это все? Нищий. Ах, ты этого не заслуживаешь. Опа. Ну, блядь. Да уйди. Пилюля. Ну вот, короче, такие. Вот такие пироги. Вот такие пироги. Ну, получается, здесь я все сделал. Ну там в катакомбах еще можно побегать. Я там куда-то пару раз пропустил какие-то пути. Пару раз какие-то пути пропустил. Но в эти катакомбы без способности ходить по лаве я там точно пропустил что-то. Там можно тупо как камикадзе пару раз. Типа спрыгивая. Уэ. Ой. Просто смотри, как оно станлочит. Невероятно. Так, вот тут костер. Как раз можно хильнуться. Так, и от костра нам вот куда-то вот вон туда. Вот, вот куда я не ходил. По-моему, вот сюда я как раз таки и не пошел. О. Самый пиздец в катакомбах. Сейчас, подожди. А, в Elden Ring, да, да. Когда я первый раз увидел их, я вообще не понял, что за прикол. Эти колесницы, там еще как-то их можно вынести, типа, через какое-то заклинание. Ты, типа, ставишь колесницу, и колесница об колесницу ударяется, и... Так, окей. Блин, какой имбовый меч! Я не могу. Одна комба, вот это и все. Впереди лабиринт. Так. Ага. Бам. Просто прервал его атаку. Бам. Привет. Да. Да. Не, ну я в Elden Ring, честно, боюсь идти играть вот из-за этого масштаба. Из-за этого огромного масштаба карты. Не, ну понятно, что это... Воу. Не, боссов я, наверное, буду выносить этим, с кимитарами. И... Потому что с кимитары ты более подвижный, ты бам-бам, бим-бим, отошел. Вся херня. Так, туда мы не пойдем. Так, а что, получается все? Вот сюда, подожди. А, оттуда я пришел. А, ну все получается. Все,
Катакомбы я прошел. Или подожди, или не все. Так, тут крысы. А, ну да, 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 да. Да. Вот тут вот можно куда-то упасть в лаву. Вот тут вот куда-то в лаву можно упасть. Я боюсь. Оп. Честно подумал, что меня сейчас убьет. Но рисковать мы так не будем. Ну ладно, все, отсюда можно уходить. У меня тогда получается остается только к Йорму. О, ща будем качаться. Так, у меня есть 33 тысячи. Блин, пойти крысу купить у него этих чешуйчатых штучек. Я бы прокачал вот это оружие. Goodbye. Goodbye. Это, так я продавал души. Так, здесь у нас... О, как раз. Только денег не хватает. А мы сейчас сделаем... Сделаем так. Проще их продавать, вот эти штуки. Вот эти я пока оставил. Ну, кстати... Душа демона и душа старого демона, там ничего интересного, поэтому их, в принципе, можно, да, дать. Ashen One. И еще. Сейчас. Так, укрепить флягу нечем. Укрепить оружием. Так, погнали. Точно, да. И это еще. Сюда. Все, вот эти... Два моих мейна. То есть, если в прошлом прохождении я бегал с утигатаной и большим мечом, то в этом я буду бегать вот с этим меч Фарона и с кимитаром. Типа одна пушка на ловкость, другая на силу. Приби, be careful. Very well, then take. Блин, чуть-чуть не хватает. Так. Чё хочу вкачать? ХП. Блин, там 1000 не хватит. А, мне надо это. Это я успею. Такой экспириенс. Хоть каждый день. Ну, сейчас к Йорму пойдем. Сейчас я быстро форману. Быстро форману. Я сейчас, короче, форману. Прокачаюсь. Отойду минут на 5. Ну, там, попить в туалет. Вот, и продолжим. Вот так вот. Так, вот здесь главное. Блин, ну парировать это надо... Прям с противником искать, какие у него атаки парируются. Надо прям искать. А чё так мало? Почему 1900? Было больше. А, не, было так же. Чё я сегодня... Надо... О! Не-не-не-не-не-не! Уходим, уходим, уходим. Рано, рано. Рано, 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 рано. Чё, на завтрак? Я сегодня съел булочку с маком на массу. Булочку с маком, булочку с вишней, 3 яйца, протеиновый творог. Протеиновый творог, как бы это странно не звучало. Ну, там, короче, творожок экспонента, там в пачке 20 грамм белка. Вот, короче, его схавал. Пуэрчиком все это запил. Вот. Вот так вот.
сейчас. Ну все, можно пойти прокачаться. На обед, вот на обед думаю, что сделать. Курицу вряд ли, ее надо размораживать. Да есть пельмени. Храм огня. В Ашане. Ну там, короче, есть... я видел 4 вида экспонента. А, 5 видов. Вот такая средняя, такой йогурт питьевой, короче, йогурт, который ложкой есть, кефир экспонента и маленькие эмунельки экспонента. Вот это все, что я видел экспонент. Пробовал все, кроме вот эмунельки. Very well, then take. Но экспонента, она типа такая топовая. Так, хочу хипе и хочу выносливости побольше. Чтобы еще сильнее, да, убить. Так, все. О-о-о-о. Так, ща минут на 5 отойду. Ща приду. Да какой притрен? Я не вижу смысла в притрене. Вообще. Вон булку захавал, у тебя уже энергия прет. Завтра, кстати, грудь качать. Ну все, следующую неделю железно надо сходить 3 раза в неделю. А то эту неделю я болел. И что-то меня прям вообще не тянуло как-то на зал. Я в понедельник, получается, последний раз в зале был, грудку покачал. Вот сейчас все, возвращаюсь. Вроде вылечился, кстати. Чувствую себя забысы. Все, сейчас, короче, 5 минут приду. Надо умыться, капец, душно, жарко.